Барнауле официально сдали в эксплуатацию улицы Свердлова и Новоуголь, но объекты отремонтированы в рамках программы «Безопасные качественные дороги». К реконструкции дорожного полотна приступили в июне. Общая площадь работ 18 тысяч квадратных метров. На ремонт потрачено более 11 миллионов из федерального бюджета. Полностью заменили асфальтовое покрытие, установили бордюрные камни и дорожные знаки, нанесли разметку. У нас три объекта, которые мы еще не заходили. Это улица Бехтерева, Полярная, Червоная. То есть по этим улицам готовность распределяется в зависимости от объектов от конца августа до конца сентября. На 50% выполнен ремонт улицы Профинтерна. В конце августа работы на ней полностью завершат. Напомним, всего в рамках проекта этим летом преобразиться должно 44 участка барнаульских дорог.